Я сижу в колесе обозрения. Первый и, наверное, последний раз в своей жизни. Я очень боюсь высоты. И я не знаю, зачем я вообще сюда залезла. Потому что туда и туда смотреть мне страшно. Я буду просто вот тупо смотреть перед собой вот на эту желтую скамейку. И за это удовольствие я заплатила 120 рублей. Да, кстати, я нахожусь в Муроме. И, возможно, вы увидите сейчас сверху окрестности этого старинного русского города. Что-то вроде бы мне кажется, мы вообще перестали двигаться. Это то, чего я всегда боялась. Что колесо обозрения застрянет, когда я буду на самой высоте. А вот там вот река Ака. А у вас река Кака. Да у нас пока Ока, а у вас Кака. А вот там вот вдали Вантовый мост через реку Ака. Мы были когда-то во Владивостоке, и там два таких моста. А еще где-то в Америке есть, не помню где. Но так вот этот вот мост через Аку, он в России чуть ли не первым появился. И он в какой-то год, в общем, получил звание самого красивого моста России. А это парк. Там вот всякие другие более безопасные аттракционы. Вот там вот. Ну, я вот тут сейчас сижу. Вообще, Муром – один из трех самых древних городов северной половины России. Центральное поселение летописного племени Мурома. К сожалению, краеведческий музей был закрыт на ремонт, а в выставочном зале, где я побывала, Муроме посвящено минимум всего одна витрина. Больше внимания уделено купечеству и православию. Муром считается рекордсменом по количеству церквей и святых. А еще мне удалось найти три песни про Муром. Причем все они представляют этот город в разных ракурсах. Здесь река пролегла, границы сквозь века проросли леса, город мой, большекрылой птицей над окой рвется в небеса. Строил гроб от ветров нежданных, бил врагов и ковал мечи, пел, плясал для гостей. Древней Руси, как на речке Оке, стоит город с большими церквями. Он ни мал, ни велик, это Муром старик, и живут в нем бандиты, крестьяне. А на Казанке гуляет братва, а на фанерном колы разбирают. Заводская шумиха с утра до утра, а на южном девчат раздевают. Заводская шумиха с утра до утра, а на южном девчат раздевают.
провинции нашей. И я могу вам, друзья, рассказать, ты карьеру здесь можешь не сделать, человеком зато можешь стать. Ты карьеру здесь можешь не сделать, человеком зато можешь стать. В Муроме, в магазине специальном, где продается якобы все такое здесь местное, я купила вот монастырский пряник. У него вот тут для убедительности на задней стороне такая большая наклейка. Муромский пряник. Эта наклейка тщательно закрывает место, где на самом деле произведено. Открываем аккуратненько. Сейчас резкость никак у нас не настраивается. Ну ладно, поверьте мне на слово. Тут написано, что сделано. Московская область, город Ногинск, улица Ильича, промплощадка номер 1, строение 2. Вот надо было ехать в Муром из Шатуры, чтобы купить там пряник, который сделан в Ногинске. Ведь люди такие обманщики. Но на вкус этот муромско-ногинский пряник оказался очень даже ничего. Я съела его с удовольствием. А еще в Муроме очень большая шаурма. Это не шаурма, а шаурмище. И по вкусу очень даже ничего. По крайней мере, в последнее время ничего аналогичного приемлемого по вкусу ни в Москве, ни в Шатуре я не ела. И вот я сейчас хочу сказать насчет того, что шаурма бывает, ведь вы знаете, в двух вариантах лаваша, в простом и в сырном. И раньше сырный действительно отличался по вкусу от простого. А сейчас он по вкусу ничем не отличается. Он отличается только цветом. Например, в Москве у этого сырного, в кавычках, лаваша такой яркий, такой оранжевый цвет. Хорошо, если там краситель пищевой. Никакой не химический. Но все мысли наталкивают на том, что это далеко уже не тот сырный лаваш. Причем и цена у них одинаковая стала. Если бы туда добавлен был настоящий сыр, наверняка он был бы дороже, чем обычный лаваш. Но меня удивляет, почему люди не задумываются, что их, в общем-то, травят вот этой вот химией, и они еще между двумя по одинаковой цене лавашами выбирают почему-то вот этот с красителем. Город Муром отличается тем, что на его гербе хлебобулочные изделия. Там у него три калача нарисованы. Этот калач, он как бы национальный такой, национальная выпечка этого города. Там даже есть памятник калачу. И вот калач, он вот такой вид имеет. Вообще, что такое калач? Это от слова «коло», «круглый». Он раньше писался «колач». Но вы видите, что муромский калач, он не круглый. И эту форму называют гиревидная. Вот это как бы ручка, а это вот основная булочка. Вот в этом калаче нет начинки, а там у них в Муроме еще есть с начинкой. Но это уже не калач, это уже пирог какой-то. Потому что настоящий калач, это такое вообще древнерусское блюдо хлебное из самого высокого сорта муки, просеянное через сито. То есть это очень тонкого помола мука. И настолько серьезное это вот изделие, что даже первый царь из династии Романовых, Михаил Федорович, в свое время издал указ, в котором прописывал, какого веса должны быть калачи. Они были там трех разных видов, и вот калачники, которые их пекли, должны были строго выдерживать именно эти веса. Так вот, значит, еще интересно, что для чего такая как бы форма? Раньше, оказывается, калачи хранили, нанизав на какую-то палку. Хват, например, от печки или просто на какую-то жердь. И вешали в кладовках. Они очень долго висели там, и при нужде, когда захотелось кому-то, даже вот черствые, они не плесневели, и их мыши там не доставали висячими-то. Вот. И когда нужно было поесть, даже вот зачерствевший калач, его оттуда доставали и ели. А еще говорят, что
Ну, ели так, что вот держали вот за эту вот часть, которая как ручка, и кусали ту часть, которая булочка. И вот есть такое выражение – дойти до ручки. Когда, значит, съедали вот эту часть отдавали нищим. И поэтому вот это выражение «дойти до ручки», оно означает такого человека, настолько бедного и несостоятельного, который просто вот, вот эти вот ручки уже доедает от калачей более богатых людей. Муром, городок старинный.